Виктор Николаевич, в преддверии зеленого дерби, какие ожидания у вас? Зеленое дерби? Какие могут быть ожидания? Мы знаем важность матча, мы знаем важность, насколько это для наших болельщиков. Поэтому серьезно готовимся. Какие-то особые указания, скажем так, команде на последний матч с Акбарсом будут? Или будете играть вот как все предыдущие матчи с ними? Нет, будем играть в наш хоккей, да, будем исходить из той ситуации, где мы можем улучшить игру, где мы можем подкорректировать кое-какие моменты, да. Важность матча, я думаю, ребята знают, они уже не первую игру с Акбарсом играют дома. Некоторые ребята так достаточно мало играют в последнее время, там, Гуськов, Лещенко. Увидим ли мы их в этой домашней серии, или все-таки вряд ли? Не, они завтра пропускают матч. На льду не было Кулемина, но был Василевский, во-первых, в оранжевой форме. Почему? И это просто, чтобы выделялся или нет? И как он себя чувствует? Какая это у него тренировка после вот пропуска игр? Кулемин у нас еще не может участвовать в тренировке в основной группе. А Василевский, он близок, у него хорошо идет восстановление, но другого цвета майка, да, чтобы ребята были с ним поаккуратнее. Кузьмин? Кузьмин тоже близок. Видели, он же тренируется с командой. А отдых лидерам перед плей-офф пару матчей не думаете? Перед плей-офф, чтобы отдохнуть? Рассматриваем все варианты. Виктор Николаевич, Акбарс играет такой в этом сезоне достаточно закрытый вязкий хоккей. Можно ли рассматривать вот это дерби сейчас как такую достаточно важную репетицию перед плей-офф, где многие команды будут, наверное, более осторожный хоккей играть? Акбарс, да, он играет в своем стиле, но, опять же, он хорошо обороняется и опасно контратакует, поэтому должны быть готовы к этому. И если учесть, что перед плей-офф у нас после Акбарса Авангард, потом у нас СКА, Локомотив, Динамо, то есть там выбирайте, каждая команда, это уже подготовка к плей-офф.